Приветствуем всех. И судя по всему, наш путь из города несколько прерывается. Ибо мы обещали помочь нашей юной спутнице. Keycard. Here, come out. And you're sure this is the way? This is how my mom took me last time. Sherry? I've been looking everywhere for you, Sherry. Brave little girl to leave your house in the middle of this mess. On the ground, hands behind your head. You can't be serious. On the ground, now. Sherry, tie your hands. Why are you doing this? Shut up. Tie her. Okay then, you tie her up now or she dies. What's this all about? Child endangerment, for starters. Sherry, come here. What are you gonna do to her? None of your fucking business. You hurt her, I swear to God, my brother is Stars and I will fuck. Sherry, get over here. What's your name? What's your fucking name? Claire! Sherry? Come with me now, or say goodbye to Claire. Okay, okay, I'll go. You better be taking me to my mom. Absolutely. Don't listen to him, he's full of shit. Stop hurting her, please! Don't tell me how to do my job. Stop! Let me go! Let me go! Obviously, nobody taught you manners. We'll fix that. Oh, yes, we will. Let me go! Let me go! I'll get you, you fucker! Stay safe, Sherry. Okay. Key card first. Then that asshole gets what's coming to him. Как говорится, что-то с памятью моей стало. Я такого в оригинале почему-то не припомню. Must be where that guy came from. Вестник Ракун Сити, июнь. Внимание, герой Ракун Сити. Кого боится, уважает весь город. Ответ должен быть очевиден любому жителю нашего прекрасного мегаполиса. Верно, шеф полиции Брайана Айронса. Человек, от одного упоминания о котором у преступников трясутся коленки и сурового отца, любящего всех нас грешников. Шеф Айронс известен своей благотворительной деятельностью, в том числе щедрыми пожертвованиями приюту, помощью пострадавшим женщинам, меценатством, защитой животных. Этот список можно продолжать долго. Но отдыхает ли наш герой когда-либо? Город — это моя семья, я лишь делаю то, что должен. Вот какой ответ дает нам сам шеф Айронс. Улыбаясь. That bastard is the police chief? Уже что-то.
Уведомление об утилизации. Предметы для утилизации. Ключ от патрульной машины 7439. Угнутый ключ непригоден к использованию. Система дистанционного отпирания дверей позволяет открыть двери и багажник. Сообщение от мистера Енота. Здорово, мальчики и девочки. Это ваш друг Енот из зоопарка Raccoon City. Рад встрече. Хочу сказать вам кое-что очень важное. Видели мои куклы мистера Енота, которые всем так нравятся? Так вот, я узнал, что непослушные дети стали использовать их в качестве мишеней. И от этого мне очень грустно. Хорошие детки не будут так обижать куклы, ведь правда? К тому же это очень-очень опасно. Никогда так не поступайте. Словом, увидимся в зоопарке. До встречи. Семь, четыре, три, девять, да? Так, стоп. Девять миллиметров. Я так понимаю, он позволяет нам не целиться долго. Хотя в моем случае это сомнительное преимущество. Я, наверное, об этом пожалею.
no! А можно у них прочность будет чутка поменьше? Это что за издевательство? Я в него полтора обойма всадил, чем в голову. Только посмей встать. Протокол вскрытия. Имя умершего — Джастин Хансен. Мужчина, белый, 39 лет. Наблюдение. Найден мертвым в тюремной кровати. Ладонь до сих пор плотно сжатой из-за трупного окоченения, которое скоро пройдет. Скорее всего, умер вскоре после отбоя. Умерший страдал тягой к воровству и несколько раз попадал в тюрьму. Удивительно, но он воровал даже за решеткой. Впрочем, это не противоречит диагнозу. Так, 5-3-4-7-7. Нумерации нет. Замечательно. Кто-то цветочек привез на аутопсию. Обошел я их за счет тишины, скажем так.
Да ладно. По крайней мере, он не встанет. Судя по всему, зажигательный все же эффективнее. Очень надеюсь, что с этими ребятами мы не скоро столкнемся. Парень, ты хочешь, что ты на воздухе висишь? Неужели сработало? Ну да. Нам сейчас, конечно, особо не поможет. Ну пусть будет. А вот это вот неожиданное неудобство. Ух.
Просто кажется, я еще где-то видел дверь же. Ясно, видимо, из быстрого доступа это оружие можно снять только выложив. Копия электронных писем шефу Айронсу. Шеф полиции Айронс, в качестве благодарности за вашу постоянную поддержку я внес скромную сумму на ваш счет. Используйте эти средства, как считаете нужным. Полагаю, вы продолжите наблюдать за своими подчиненными, в особенности за теми, кто ужил в особняке. Избавьтесь от них, если необходимо. У. Б. Шеф полиции Айронс, у меня проблемы со штаб-квартирой Umbrella. Начальство хочет забрать у меня плоды исследований. Но не бойтесь, все скоро закончится. Вы просто делайте, что я говорю, все будет хорошо. Шеф полиции Айронс, усилите охрану моей лаборатории. Прикажите дубловым стрелять по любым подозрительным личностям. Пусть бьют на поражение, даже по сотрудникам Umbrella. Я почти закончил G. Я не позволю ни одному ублюдку встать мне на пути. Шеф полиции Айронс, соберитесь, ваша мать, и делайте свою работу. Я же ясно сказал, чтобы вы усилили охрану в канализации. Вы что, не понимаете, чем я тут занимаюсь? Что же касается денег, вы свое получите, но только когда я захвачу контроль. Все ясно, и помните, незаменимых нет. Неужто сам Уильям? Так, хорошо. Судя по всему, это местечко более-менее безопасно. Журнал таксидермиста. Белохвостый олень. Самец. Примерно 6 лет. Место поимки гора Аркалей. Длина 185 см, вес 160 кг. Мне нравится конечный результат, но меня уже порядком достало все это жалкое зверье. Возможно, стоит заняться животными с характером. Амурский тигр. Самец. Примерно 4 года. Место поимки – Хабаровский край. Длина – 190 см, вес – 240 кг.
Я еще не кончил, когда распорол его желтое брюхо и выпустил теплые кишки. От меня еще разит диким зверем. Вот она жизнь. Свинья-самка 22 года? Место поимки Raccoon City. Длина 160 сантиметров. Вес 50 килограмм. Ее туша мягкая, сладкая и вся белая. И вся моя, моя навсегда. Замечательно, осталось раздобыть пистолет-пулемет. Ну и раз уж мы здесь в более-менее безопасной обстановке, пожалуй, приостановимся. А значит, на этом пока что все.